Пока температура за окном не слишком радует жителей Кубани, мы нашли место, где спряталась настоящая весна. Яркие колиусы, цветущие герани и нежные суккуленты. В теплицах парка Станицы Северской ждут своего часа тысячи саженцев. Здесь же зимуют и теплолюбивые многолетники. Совсем скоро все эти растения украсят уже подготовленные клумбы. Весна, работы много. Если вы шли по парку, увидели, что подготовка уже началась, что клумбы все уже готовы к посадке, перекопанные, удобренные. Ждем просто только погоды. Только погода устанавливается, мы начинаем всю высадку, композиции, озеленяем парк. Всего за сезон бригада выращивает от 80 до 90 тысяч саженцев, основную часть которых выращивают сами. Кстати, цех озеленения украшает цветами не только парк, но и остальные скверы Станицы Северской, а также клумбы по улице Ленина. За всем этим зеленым хозяйством ухаживает всего 12 человек во главе с мастером Ольгой Кумпан. В сезон работа начинается с 5 часов утра. Нужно успеть полить цветы до начала жары. Любой цветок капризный, так же, как и люди. Им каждому цветку нужны особые условия. Одни любят воду, свет, другие не любят, например, воду и свет. То есть каждому цветку у нас свой подход. Совсем скоро посетителей парка ждет еще один приятный сюрприз. Здесь появится специальная площадка для занятий спортом. Рабочие уже приступили к установке тренажеров. Открыть площадку планируют в начале мая.